Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с информационным выпуском Умар Тикеев. Коротко о некоторых событиях. Руководитель региона побывал в Моздоке, где встретился с мобилизованными из Карачаево-Черкесии, которые проходят подготовку и боевое слаживание. Пчеловоды республики передали 150 килограммов меда военнослужащим. С 1 января следующего года все государственные услуги, возложенные на пенсионный фонд и фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. И учителя родных языков Карачаево-Черкесии принимают участие в форуме молодых преподавателей родных языков и литератур во Владикавказе. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов посетил Северную Осетию и Аланию. В Моздоке он встретился с главой республики Сергеем Миняйло. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества между двумя республиками в экономике, социальной сфере, обозначили различные форматы расширения взаимодействия в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и развития культурной сферы. Глава республики отметил, что практика обмена региональным опытом в решении актуальных государственных задач очень полезна. Он поблагодарил Сергея Ивановича за сотрудничество и личное участие в мероприятиях, посвященных столетию Карачаево-Черкесии. Вместе с главой Северной Осетии и Алании Сергеем Миняйло Рашид Тимрезов побывал в воинской части в Моздоке, чтобы лично встретиться с мобилизованными из Карачаево-Черкесии, которые проходят здесь подготовку и боевое слаживание. Первое, на что сразу обращаешь внимание, это боевой дух наших ребят, их настрой на победу, готовность защищать родину, выполнять поставленные задачи. И, конечно, наши ребята готовы поддержать и беречь друг друга, как настраивали их дома старшие и командиры. Двумя днями ранее мы доставили в часть дополнительный комплект обмундирования и снаряжения, а также аптечки. Впереди зима, поэтому особое внимание на теплую обувь, одежду и спальники. Ребята снаряжением довольны, отметил руководитель Карачаево-Черкесии. Далее мы будем понимать нужды наших военнослужащих, будем закупать все необходимое, резюмировал глава республики Рашид Тимрезов. Как в Карачаево-Черкесии проходит реализация указа президента России о частичной мобилизации? Готов ли регион к осеннему призыву на срочную службу, который перенесен на 1 ноября? Об этом рассказал военный комиссар республики полковник Сергей Белобородов. Частичная мобилизация у нас в субъекте производится согласно плановому режиму. Да, были небольшие шероховатости на начальном этапе, можно сказать, потому что практически мобилизацией у нас со времен Великой Отечественной войны никто не занимался. И в настоящее время, конечно, теория практики немножко отличается. Учитывая ошибки первых дней, на них быстро было реагирование и у сотрудников военкомата, и работников муниципальных администраций. На сегодняшний день все идет в плановом режиме, жалоб стало намного меньше, и частичная мобилизация, которая была объявлена указом президента, на территории субъекта уже у нас идет завершение. Думаю, что на следующей неделе она будет завершена. Потом как призыв идет план, потому что у нас призыв решается весной и осенью. В связи сейчас с проведением мобилизации указ президента с 1 ноября является призыв. В селе Учкекен состоялось открытие уже второй по счету в регионе библиотеки нового поколения. Победа в конкурсе, организованном в рамках нацпроекта «Культура», позволила Малокарачаевской районной библиотеке получить финансирование из федерального бюджета на реконструкцию и полное техническое переоснащение. Об этом рассказал министр культуры республики Зураб Агирбов. Акцент, конечно, нужно ставить на все связанное с культурой региона, Малокарачаевского района, Учкекена, карачаевского народа, народов нашей республики. Потому что мировая культура, она богата, российская культура – это ее огромная часть. Но нам, конечно, очень ценно сохранять и развивать именно нашу культуру, культуру наших малых народов. И прежде всего доносить ее до детей. Прошедшие горячие точки и не понаслышке знающие о трудностях в зоне боевых действий, российские ветераны делятся своим опытом с теми, кто сегодня призван в рамках частичной мобилизации на защиту Родины. Свое мнение выразила участница Великой Отечественной войны, жительница Усть-Джугуты Мария Хутова. Я скажу ребятам, мы обязаны
Россия, матушка, раз поставлена цель дать людям этим, которые хотят, и сейчас же выборы были, они добровольно шли голосовать за Россию, чтобы вступить в Россию. И там проценты показывают высокие, на выборах одержали. Поэтому мы много им помогаем. Что я хотела пожелать? Защищать всегда Россию, защищать нашу Карачаево-Черкесию, чтобы она так же процветала, как сейчас процветает. Пчеловоды Карачаево-Черкесии передали 150 килограммов меда военнослужащим. Сбор организовала Республиканская ассоциация пчеловодов. Кроме меда, в штаб акции «Взаимопомощи мы вместе» организация передала травяной чай для укрепления иммунитета бойцов. Штаб находится в ресурсном центре развития добровольчества молодежи по адресу Черкесск, улица Интернациональная, 63А. В Карачаево-Черкесии в эти дни проходит всероссийская акция «Сохраним лес». В нашей республике она разделена на 22 этапа. Центральное событие акции – высадка 600 саженцев деревьев в Зеленчукском лесничестве – прошло в окрестностях аула Кызыл-Октябрь. В мероприятии приняли участие более 150 человек. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. У нас проходит одно из 22 мероприятий, которые проходят в Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Всего у нас в этом году, вот в эти дни буквально идет высадка более 14 тысяч саженцев. На этом месте, в окрестностях аула «Красный Октябрь», у нас идет центральная акция с участием волонтеров, общественных организаций, органов власти. На этом же участке будет еще высажено 2500 саженцев различных пород деревьев. Мероприятие также у нас приурочено к столетию Карачаево-Черкесской республики. Дополнительная партия саженцев как раз была высажена именно в честь столетия. Количество участников – это более 150 человек. У нас это и сотрудники Министерства природных ресурсов, и подведомственные учреждения, лесопожарное, лесничество, волонтеры, трудовые коллективы – это Кавказ, Цемент, Верхний Кубань, регион Водхоз, волонтерские объединения территории Милосердия, КЧР, территория жизни, студенты Северокавказской государственной академии. Все они добровольно присоединились к акции и произвели уже высадку 600 саженцев. В эти дни во Владикавказе проходит форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур Северокавказского федерального округа. Мероприятие проводится с целью выявления и стимулирования творческого интеллектуального потенциала молодых преподавателей, мотивирования их к поиску новых форм обучения и профессиональной реализации, а также привлечения внимания общественности к значимости профессии учителя родного языка. Карачаево-Черкесию представляют 14 учителей. Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. В результате он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч на второго. В торговые сети республики поступала колбаса посадская из сырья неизвестного происхождения. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий», установлено, что в торговой сети на территории Карачаево-Черкесской республики поступала колбасная продукция, произведенная из неучтенного сырья. Так, индивидуальным предпринимателем Будяковым из города Черкесска произведено 200 кг колбасы посадская, но в качестве сырья в системе было указано лишь 156 кг мяса птицы. Какое сырье было добавлено к этой массе, предприниматель не указал. Следовательно, при производстве нарушен принцип прослеживаемости продукции. На момент выявления партия колбасных изделий уже была отгружена в торговые сети республики. Управлением Россельхознадзора индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение. В многоэтажных домах и учреждениях города продолжается подключение к теплу, которое будет происходить поэтапно в течение всей этой недели. Каждый день коммунальные службы подключают 200 домов. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. Отопительный сезон в городе Черкесске, согласно распоряжению мэрии муниципального образования города Черкесска, начался 17 октября.
В соответствии с утвержденными графиками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации, в данном случае это ООО «Тепловые сети», осуществляется подключение многоквартирных домов. Многоквартирные дома находятся в зоне обслуживания управляющей компании, все инженерные сети, в том числе тепловые сети внутри дома. Поэтому подключением данных домов занимается внутри дома управляющая компания. Наш ресурс, это теплоноситель в виде горячей воды, подается до границы раздела. Там, где централизованное горячее водоснабжение осуществлялось от ООО «Тепловые сети», ресурс уже находится внутри дома, поэтому управляющей компании необходимо открыть контур отопления в соответствии с утвержденными требованиями, выполнить сброс воздуха из системы, ну, проверить работоспособность всех приборов отопления, тем самым уходить из дому. Ну, то есть запустить дом и уже заниматься подключением следующего объекта. Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый фонд пенсионного и социального страхования страны. Теперь это Социальный фонд России. С 1 января следующего года все государственные услуги, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. Кроме того, граждане могут обратиться в фонд в электронном виде через портал госуслуг или через МФЦ. Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период задействует 800 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Милана Тхамокова. Против зимней скользкости на 51 пескобазе заготавливают пескосоляную смесь. На сегодняшний день подготовлено 155 тысяч тонн ПСС, что составляет 90% от необходимого объема. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли – до 50%. Продолжается заготовка материалов для устранения возможных деформаций и повреждений дорожного покрытия в зимний период. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающей территории, планируют устройство снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют уже до 1 ноября 2022 года. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ «Бордор-Кавказ», код Пятигорска, 33 11 59. 27 и 28 октября в Карачаевске пройдет открытое личнокомандное первенство Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева по трейл-раннингу, посвященное десятилетию горно-спортивного клуба «Архыз». Победители состязаний будут награждены грамотами и ценными призами от вуза. Кубок достанется команде, которая заняла первое место в командном зачете. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами от 0 до плюс 5. В Черкесске утром небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 20 по 23 октября. В доме предпринимателя «Черкесск», улица Горького, 8. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата! Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!